Прыгал там в штрафной площадке. Еще раз смотрим. Карик, конечно, просто потрясающий эпизод. И Петр Чех побежал. И ведь рядом с Чичарито находился Кехел. Большой специалист именно по игре головой. В результате и Кехел бежал просто параллельно. И Чех выскочил из ворот, попятился назад и получил себе вот такую свечку за спину. Прыгал там в штрафной площадке. Еще раз смотрим. Карик, конечно, просто потрясающий эпизод. И Петр Чех побежал. И ведь рядом с Чичарито находился Кехел. Большой специалист именно по игре головой. В результате и Кехел бежал просто параллельно. И Чех выскочил из ворот, попятился назад и получил себе вот такую свечку за спину.